И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, уже выросли. А другой еще что-то положить. Мне вот эти помидоры надо выращивать. Я так понимаю, что, наверное, вырастить надо помидоры, а затем, я не знаю даже. Вот эти квестовые. Пока непонятно. Если что, я снимаю все подряд серии, так что если вы там что-то советуете, то я... Так, удержи действие, чтобы подобрать. Удаление растений X. О, все. Пускай растут саженцы. Надо, наверное, еще две сделать. Что там для этого? Надо землю, надо копать. Надо копать. Устал. Отдохни. Возможно, та капсула ждет, что я помидоры туда положу, но тут не написано. Решить миссию. Что непонятно? Так, давай делай грядку. Еще две. Может, две? Не хватает. Но сера у нас есть, вернее, это. Давай. Крафтить. Вот те земля. Так, сейчас посадим помидорки эти. Там еще три. Ладно, чтобы их никто не поломал. Так, еще одну надо грядку. На еще одну хватит? Нет, земли не хватает. Я-моя. Опять копать надо. Где там лопата-то? Ты ее сюда положил, что ли? Ну да. Так, должно хватить. Даже еще одна единичка останется. Во. Посадим сейчас. А, вот они меняются местами. Так, сундук пока сюда скинем это. Грядушку где-то вот здесь поставлю. Кто там, блин, бурчит? Давай еще ты пни, блин, на мой дом. Так, все. Все грядки посажены. Пускай растет. Понятное дело, сейчас оно расти не будет. Вроде что-то там появилось. Странно, даже поливать не надо. Нет, все-таки растут. А если так, со светом? Не, растут все равно. Отлично, попей воды. Ё-моё. Ага, скушал, блин, козел. В этот раз не получится у тебя. Так, нож поломался практически. Это на что? Глубокая рана, это ты козел. Крафт, а мы пока тебя разделаем. Медведь стал часто захаживать. Козёл.
сюда кожу скинь. Мех этот. Так. Кости. Да, в принципе, это мне надо. Вот мясо в кости. Вот это вот. На сушилку. Так, 5. Отлично. Можно сделать компостер этот. Так, давай. Сохни. И сохни. Сидим. Так, ты же скрафтил ее. Где там эта штука? Глубокой раны нет. Что, по воздуху у меня? Нормально, подкинем еще чуть-чуть. Так, ну давай. Быстро сделалось. Шестерочку. На улице где-нибудь, наверное, ее ставить надо. Так, чтобы его никто не поломал тут, блин. Пус! Так, так. Теперь надо положить вот это, что морковки, шморковки. Можно даже мясо попробовать положить. У меня много его там. Так, и морковь. Да, вот оно прям очень быстро. Так, а чтобы сделать удобрение. Ага. То есть это мясо не, ну, в смысле, не годится. Испорченная растительная пища только. Арбузик. Так, ну, нужна земля. 10 этих и 10 земли. Это что ж такое, везде земля нужна? Ну иди отсюда! Так, лопату сюда выложил. Ну-ка. Так, вот тебе землю. Держи. Она сама будет автоматом делаться, что ли? Наверное. Как только, так сразу. Разделить. Напополам пускай быстрее еще разделить. Во, так в десятки раз будет быстрее. Все равно не хватит, да? Нет, не хватит. Арбуз жалко, не дам. Стоп. Вот еще земля. Сейчас она отдышится и еще наберем. Эти не пришли еще с красными глазами. Куда ты тыкаешь, блин? Лопатой. 50 максимум. На, у тебя. 7 мало, блин. У меня больше ничего нету. Надо сходить вон туда. Вот там были семена. Не семена, а это еда там была. Морковка там. Не морковка. А помидоры были и... Ну, вот, нет. Где-то там. Где-то здесь было. Во-во-во. Помидоры. А где же кукуруза? Тут же поле кукурузы было. Где она? Серьезно, она пропала? Или она... Блин, она пропала. Тут кукуруза была, а теперь ее нет. Ладно, бери помидоры. Сколько там помидорок? 7 штук, отлично. Ага, пришел. Красноглазый.
Только где он? Теперь я его не вижу. Он еще один. Так, ну этого я уже видел. Не пропустим. А, вот он. По идее, еще должны быть. Но их пока не видно. Позже могут придут. Собрался один пойти в этот в пещеру, все никак не пойду туда. Да ты посмотри, ты что ты тут лазишь? Иди отсюда. Давай. Разделить. Сейчас посмотрим, как оно приготовится. Ты мне еще там в дом зайди. Почти. Сейчас все испортится резко и начнется производство, я так понимаю. Да, удобрение пошло. Все долго делается. Ну да ничего. Так, надо осматриваться, дети. Нету их. А вы растете? Слушай, растут и ночью, ё-моё. Как это? Ладно, это игра. Растут ночью, значит им так нравится, пускай растут. Так, что тут с мясом? Мясо. Схаваем кусочек. Так, все, пошли в пещеру. Факел еще гореть будет долго. Может быть, надо еще один сделать. У меня есть на него. Нету, серы нету. Вернее, сейчас будет. Еще один сделаю на всякий случай. Вот так вот. У меня ждут семян целая куча, блин. Так, арбуз жарится, интересно? В костре. Сомневаюсь, конечно. Нет, такого тут нету. А дерево выгорело все. Разделить напополам, на тебе. Отдай сюда. Ну так быстро портится этот арбуз, обалдеть можно. О, арбузик появился. Так, все, пошли. Землю что-то не выложил, алло. Так, есть мешок. Так, а что с ним делать? Ну-ка, в руки бери. А, да, вот, удобрять урожай. Пуст появился. Ясно. Понятно. Ты... Вот мудень крашеный. Так, выложим лопату. Она мне, опять же, не нужна. Где она? Я же ее видел недавно. Или я уже выложил, я куда-то ее выложил. Отремонтим. Так, лопатку сюда. Мех, шмех, это все. Пускай будет. Будем строить там, что нам надо внутри. Все, пошли. Пошли в пещеру. Я уже все никак туда не дойду. Вау. Так, капсула красным горит, но не улетает. А, спасибо. Мне еще одну дали. Я перезашел в игру, мне еще одну дали. О, сработало. Очистите.
Ой, блин, в глаза светит. Не видно ни черта. Ушла. Ракетка. Не знаю, в прошлый раз просто не сработало. Багануло, видать, что-то. Я перезашел игру. И все сработало. Ну, давай тогда еще одну поставим. Чего и нет. Подождите, пока помидор вырастет. Подождем. У меня есть выбор. Давай здесь еще одну поставим. Удобрение так как растет, да? Так что там еще одно удобрение сделалось. Не хватает ингредиентов. Так, ладно, эти оставь. Семена вроде хорошие, пускай будут. Я дойду сегодня когда-нибудь до пещеры или нет? Квестовый предмет, его, короче, он уже не нужен, выкинем. Там так и написано, что он не нужен. После того, как попадет в костюм, он уже, получается, становится ненужным. Ну, это считывается и как бы все. Хорошо, что сработало. Это реально какой-то баг был. Так, что там по воздуху, у меня не посмотрел. А, нормально. Так. Уголек, кстати, надо будет забрать. Так, сейчас, сейчас. Вылезет эта тварь. А это что? Остатки памяти невеликом. Зачем она? Это трофей, что ли, какой-то? Что с ним делать-то? Блин, тут же темно, как... Тут пчелы. По-моему, лук им ничего не делает вообще. Так, надо добраться до этого, блин. Да, до пчел надо добраться. Чтобы добраться до пчел, надо залезть туда. Блин. Надо выйти. Чтобы обнулить эту фигню. Так, вот здесь надо подняться. Так, бей их. Пошли в баню. Пошли в баню. Все. До свидос, блин, тюлени. Модификации. Так, съешь. Руби. Железо. Я так понимаю, они потом по-новому появятся. Но пока они не появляются. Отлично. Я оставлю его здесь, пускай будет. Так, медь тоже нужна уже. Там я там видел, уже медные слитки тоже нужны. Тут еще одни пчелы есть, кстати говоря. Блин, у меня уже болезнь сейчас начнется. Ой, надо выходить быстрее. Давай. О, сбросили. Так, медь. Железа прям совсем мало, да. Отдышались, пошли. Ты забрал там? Нет. Господи.
Ты что меня пугаешь так, блин? They have requested help in locating and escorting their pet blueback that was abandoned during extraction. You are advised that once the aforementioned creature has been escorted back to the contractor's encampment, you may make use of any of the supplies left behind. Additionally, the contractor wanted the following message passed to you. Please save Daisy. She saved me more times than I can count. It's the least I can do for her. The contractor currently lacks a functional trachea. I did my best to substitute. You may begin. Достанешь? Что-то достанет. Attention, prospector. Your sample has grown to an acceptable maturity and is ready for processing. Please place it in the OES pod. Так, соберите вышний помидор с грядки, выполните спасательную миссию, отправьтесь по селенцу, известное местоположение на карте. Ну-ка. Куда идти? Ага, во. Отлично. Потому что я еще толком-то никуда не ходил. Так, это не... Что это? А, показалось, что это металл. Какая-то хрень. Торчит из кусочек. Ладно, неважно. Темно, блин, сильно. А, во. Металл нужен. Он еще металл, кстати, я не заметил. Так, тихо, тихо. Ох, тут металла. Нормально так. Починить. Так, 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 пошли на улицу, пока не можешь копать. В смысле, бить. Давай, 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 давай. Мед, сотыш, сарай пищи, немного увеличивает здоровье. Он не портится, пока это... Так, а эти? Пчелы. Простая рабочая пчела, которую можно использовать для изготовления сот. Но мне нужно, подожди, надо открыть второй ранг. Где тут улей я видел? Улик, улик, вот он. Отлично. Что там для него надо? Дерево. 25 медных гвоздей. Сделаем тебе медные гвозди. Но надо еще, наверное, изучить. Кто? Что это светится? Отражается, что свет? Да не мажь ты, блин. О, отлично. Так, тебя бы забрать тоже не мешало бы. Так, где сот? В смысле, эти пчелы? Ага, вон они. Что-то много всего есть. Так, скоро перегрузка будет. Ой-ой-ой, вышли. Все, ладно. Уговорили. Да застреешь ты тут на всяком. Ты еще тут, блин. Пошли давай. Ну не бухти. Так, волокно обязательно. Да, дай пройти, блин, ты еще тут лазишь. Да, блин, ну ты посмотри. То одно, то другое, то погода, то еще что-то. Ой, тут уже все, я забыл. Забыл, да. А здесь еду готовить нельзя? Нет. Хотя странно, огонь же горит. Ладно, неважно.
Так, давай сюда положу. Вот эту штуку, она, по-моему, надо для чего-то там надо, по-любому. Поешь. Это сушись. Во. И это еще с хромой. Так, пчелы надо куда-то их деть. Улей сделай надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, у меня вторая шпичка там есть. Давай ее сюда. Шестерочки. Так, половину угля забери. Давай сюда медь. О, вперед. Так, пчеловод, да? Что там говоришь, надо? 25 медных гвоздей. Так, смотрим, может, где-то надо прокачивать эти гвозди. Или просто они крафтятся. А ну, в наковальне что там? А, да, просто медные гвозди. Ну-ка посмотрим, сколько там из вас получится медных гвоздиков. С каждого слитка по 10 гвоздей. Мало. Так, теперь вроде должно хватить на улей. Где он там? Вот он. Так, древесину, говоришь? Так, положи гвозди сюда. А что, дерева у тебя нет? Или это что это? Обработанное дерево? О, это что-то другое. А где его, где оно делается, это обработанное дерево? Что-то я нигде не видел. Или, может, я так внимательно смотрел, тут я не вижу ничего. Ранг 2. Хм. То есть, как бы, оно уже должно быть, что это такое? Ирина куплена дорожка, это что-то не то. Где это материал делается? Непонятно, верстак каменщика. Верстак столяра. Вот здесь, наверное, оно и делается. По логике вещей. Так, где там верстак столяра? Что-то я его не вижу. Пусть сказать, что он у меня в кармане делается. Сильно сомневаюсь. Нет, тут только вот это и все. Так, переплавляется. Переплавляется. Отлично. Нет, не понял, где он делается. Не в верстаке. А вот он. Столярный верстак. Вот он. Что-то я его сразу не заметил. Так, 12 веревок. Давай. Не хватает. Так, мед выложи пока что. Пчелы. Вроде живые. Но не портятся еще, по крайней мере. Так, факел сгорел, у меня другой есть. Надо заправиться кислородом, давай. Куча гвоздей надо, офигеть нужно. 16 слитков. Там аж 100 с чем-то гвоздей надо, да? 116, что ли? 120 вообще. Так, 10. Ну, так, 20, 30, 40, 50. 110. 120. Пускай делается.
И веревок надо еще по тем волокна набрать. Так, помидоры, говоришь, собирай, да? Фига она там. В атмосферу вошло такое кольцо. Так, говоришь, помидорки тебе скинуть надо. Тебе 8 хватит? OES. Abandoning all your planet-side tech is a thing of the past, if you prefer. Chuck them in the pod, and it drops it all off at the station. Pretty cool, huh? Да, очень клево. It's free for now, while they're still testing the pods. Who knows how much cash they'll rake in from this later. It works in reverse, too. Say you want to order some shiny new gear for the workshop up there, you can get it delivered just by pressing a few buttons. What a time to be alive. Где он? Где-то рядом опять. А, вот он, блин. Золотая руда, спасибо. Переплавим сейчас. Или пока оставлю ее. Может, она там для чего-то каких-то крафтов нужна просто так, сама по себе. Хотя сомневаюсь. Так, все переплавилось, да? Отлично. Тут я все использовал. Гвозди до сюда. Как раз 120. А, тут уже были. Блин, ну ладно, будет еще на следующий раз на что-то. Так. Осталось только дело за малым, за веревками. Нужно волокно. Волокно есть. Надо посадить хотя бы одно волокно. Чтобы росло. Потому что рано или поздно его просто не станет здесь в округе. Так, еще одно. Что за звук? Не медведь ли случайно там? Что только мне медведя не хватало тут. О, уголек. Уголек нужно дело для... Ну, для всего. Кто-то кряхтит где-то. Отлично. Давай камушки еще грызанем чуть-чуть. Все вошли. Дверь, что ли, побитая? Нет, показалось. Так, еще веревки. Сколько там тебе, говоришь, есть их 7, а надо 12. Я побольше сделаю вот так. Пускай делается. На будущее пригодится. Так, что там уголь? Разделить напополам. И тебе... чуть-чуть. И тебе чуть-чуть. Что за звук был? Давай. Создавай верстак. Вот здесь поставим. Ах, заметил меня. Готово. Отлично. Шестерочка. Большой. Поближе к стенке его. Так, во. Так, а сколько там надо было для создания улика? Сейчас посмотрим. Где он там? Вот он. 30. 10 меда надо.
Так, пускай крафтится. Говоришь, мед тебе нужен, да? Еще 10 меда, блин, у меня только 3. Вот это номер. Надо мед еще искать. Ладно, пускай это крафтится. А, ну уже. А что так мало? В смысле. А, понял. Просто оно все еще крафтится. Очки дают? Да. Немного, но 4, ну дают. Так, воду попить надо. Здесь уже дерева считай нету, ничего. Давай это оставь. Десяточка. Все, как раз 30 штук. Вроде все есть, да? Кроме меда, да, если да, мед, который есть, правда, не густо, но есть. Хорошо, что я его не съел. Так, все, пошли в пещеру. Пить кто-то хочет. Сейчас. Кволик. Вот это хорошо. Твой предмет? В смысле? Да, вот это что было на него, какой-то значок. Тушка кролика, ну давай. Мягкое мясо. Просто мясо. Сохни. Целую минуту будет сохнуть. Так, надо съесть немножко этого. И вот это съесть. Так, еще раз дринкнем. Там угля очень много. Так, тут ничего у нас не делается, потому что... Так, олени эти, то... Куда нам надо? Вот уж куда. Все, никаких больше нету, да? Так, выполните спасательную миссию, отправьтесь к поселенцу известного места. Так, понятно. А, что у нас по стрелам? Так, надо сходить, наверное, все-таки еще раз в пещеру. Сходим все-таки в пещеру, да. Сейчас заберем весь там, весь ресурс, короче, который есть, надо забрать оттуда. Потом наделать еще стрел. Это, блин. Сейчас там, когда буду собирать, там камень будет. А стрел побольше надо. Отлично, все, пошли. Домик на курьих ножках. Да, ты что там скачешь, блин? Так, отдыхаем. Погнали, морковка. Хром. О, сколько тут угля еще. Так, лук. Починить не мешало бы. Странно, еще не заспавнилась эта тварь. Так,
пчелы. Так, давай ко мне эту штуку сюда. Она там уже не нужна. Достанем и так. Куда тебя откидывать так далеко? Блин, а? Так, надо валить. Подышать воздухом. Свежим. Тут здесь сильно сыро. Внутри. Живности полно просто. Вокруг ходит. А, вон он. Так, все, подышали, хватит. Так, это мы забрали. Хорошо, можно забирать это все. А это что такое? Вот это вот. Какой-то камень странный. Надо все отсюда выгрести, все, что можно. Кусочек больше не достанешь. А не, нет, что было вот. Ну все. Медная руда. А? Так, опять же, ставим эту хрень. Как-то так. О. Кстати, камень дают, что-то я не смотрел. Когда металл рубил, вроде давали. Два камушка всего лишь. Все не густо, но я могу хоть эту кирку починить. Тогда ладно. Так, давай. Забирай. Что это? Показалось? А, вон. Что-то я не видел тебя. Видишь, как спряталась где... О, нормально, достанем. Так, а камень все равно не дают, я вижу. Ничего не дали. Так, пошли подышим. Какая-то болезнь у нас не появилась. Во. Отлично. Так, забираю ее. Ох, тут сколько всего. Так, надо до пчел добраться. Уже полезли. Быстрее. Ну, где они там? Не вижу. А, вот. Ну, ставь давай. Ох, 6 меда, отлично, еще одна пчела. 6, блин, все равно не хватит, вот елки-палки. Опа, я забыл, молодец. Молодец, да, это факт. Надо бежать отсюда, пошли. Во-первых, выйдем. Во-вторых, надо домой сбегать за этим. Да и разгрузиться не мешало бы уже. Уголька прихватим, где позволяет 100 килограмм, 140 килограмм еще перевести. Выдохлась. Киш. Хорошо, птицы не нападают. Так, все.
Бегать могу отлично. Надо будет еще одну грядку сделать. Грядка нужна по-любому. Даже не одна, я думаю, грядка понадобится. Что за звук? Ага. Так, помидорки, смотрю, он выросли. Что это за... Что это за значок, алё? Каких это перепугов? Дизентерия у меня взялась. Я же ничего только что не ел. Ничего не ел. Оп. Откуда дизентерия? А, прошла. Так быстро. Как быстро появилась, так и быстро и прошла. Так, ладно, что я хотел? Что я хотел? Вылаживай, пускай готовится. Так, напополам. Это тебе. Это тебе. Металл. Вперед. Блин, не хватит чуть-чуть, да? Одной штуки не хватает. Вот, елки-палки. Пчела. Пчела, пчела. Там пчелы уже не нужны для крафта. Нет. Пускай тогда здесь поживет с другими. Так, заберем. О. Попьем воды. Холодненькой. Давай заправь ее. Это хрень, зачем она мне нужна? Ладно, оставлю. Как сувенир какой-то. Да, жалко, конечно, жалко. Опять отравился? Нет, не отравился. Так, один камушек на ремонт пойдет. Все, вот морковку. Скинь в компостер этот. Все, пускай. Пускай готовится. Пошли в пещеру еще заберем все. А, где-то пенек, может быть, есть с пчелами, а? Да поискать где-то в лесах. Уже хотя бы хочется сделать этот вот. Улей. Да. Не видно. Там такой пенек, обломанное дерево. Опа. А, так это ж моя капсула. Это ж моя капсула. Там же ничего нет внутри. Ничего. Так, поешь арбузика. Морковка. Блин, найти бы пчел этот вот улей. Одного кусочка меда не хватило, это же надо такое, чтобы скрафтить этот несчастный. Нету нигде. Это тоже бери все. Пригодится. Блин, не видно, а. А первый раз, когда я зашел в это вот, посмотреть, что тут... А, не, показалось. Показалось. Да, в пещерах они только... Их чаще найти в пещерах. Не знаю, может они спавнятся потом по новой, но пока... Пока их там нет, ладно. Может тут еще одна пещера где-то есть? Рядышком. Как вариант, вода есть там или что-то? Не вижу. Странно, как... Да, похоже, ручеек какой-то идет. Попьем. В смысле, попьем, соберем. Блин, больше нет пещер. Ну да, ты захотел, чтобы не так рядом были. Нет, это добывать надо. Не хочу.
Ладно, возвращаемся туда, в пещеру. О, арбузики. Еще. Так, заходим. Так, пчел уже здесь нету. Отлично. Новых не появилось, конечно, тоже плохо, но что поделаешь. Что такое-то? Что там сперва должно быть? Алло. Ну, забери. Сперва должно быть починено, понял. Теперь понял. Так, ладно. Камушка-то так можно забрать. Пойдем подышим свежим воздухом. Опа, я тебя не видел. Сейчас заберем. Дизентерия еще куда-то нарисовалась. Я всего лишь только арбузиком, что ли, траванулся. Может быть, не мы там. Так, где ты там, вот. Тоже медная руда. Блин, я не алюминия не нашел, ничего. Тут только железо и медь. Правда, еще была эта экзотическая руда. Или как она там? Все, да? Не видно больше ничего, ладно. Ну-на-на. Да что ж такое-то? О! Каждый кусочек надо забрать. Так, теперь там. Тут уже не так много осталось. Я уже перегружаться начал. Так, это что здесь добывается? Вместо глубокой медь добычу. Новый уровень. Мне бы огнестрельное оружие какое-нибудь. Тут надо много чего прокачивать. Очень много надо прокачивать. Как-нибудь так поставь, чтобы можно было дотянуться. О, найс. Так. Теперь тебя достанем. Уж достанем. Так, я уже почти перегоняю это. Блин, получил эту легочную херню, блин, все-таки. Увлекся. И все-таки перегрузился. Так, давай забирай. Поставим сейчас вон сюда и уходим. Потому что я уже ничего не унесу. Слишком много всего. Так, что там на 8? Это металл, наверное. Месторождение металла, скорее всего. Так. Покажите, я ничего не вижу. Руды глубокой, да, железо. Выходи. Так, может что-то съесть, арбуз какой-то там. Мясо. Морковку. Все равно тяжелый, блин.
Давай, беги отсюда. О. Так, воздух есть, это все хорошо. Морковочку втопчем. Блин, ну что-то он, конечно, бежит еле-еле. Тут еще Пумба, он шастает. Пумба, валяй сюда. Ты же не будешь на меня нападать? Мотает головой. Нет, не будет. Ну хорошо, тогда я пошел. Помидорки уже выросли. Никого, никого. Эх, надо морковку туда скинуть, пускай портится. Я давай сначала выложим, потом будешь так ходить там. Три дня будешь. Так, давай, медь. Вперед. Металл. Так, металл, по-моему, надо чуть-чуть оставить на всякий случай. По-моему, там что-то делается из него в сыром виде. Блин, а? Надо ж такое не хватило чуть-чуть. Так, камень. Камень выложи сюда. Не один оставь, не отремонтируй просто все. Потом насобираем. Вот так вот. Добавь сюда. Отлично. Воздух. Надо с собой две штуки взять, когда туда идти. Хватит. Так, вот теперь я уже могу и бегать. Разделить. Еще раз разделить. Во. Сейчас будет удобрение. Прусь. Непуганный, блин. Так, что я еще хотел делать? Надо одну грядку сделать, да? Земли не хватает. Просто тупо земли не хватает. Посадим волокно. Бак, пока болезнь это не пройдет, копать особо не получается. Так. Вот тебе земля. Одну грядку, говоришь, можешь сделать. Давай. Делай. Так, шестерочка. Давай здесь поставим. Здесь волокно будем выращивать. Так, открывай сумку. Инвентарь. Семена волокна. Пускай растет. Так, X. Вот и все, пускай растет. Не так это делается. Открыть инвентарь. И переложить, во. Какие помидорки? Квестовые, что ли? Вот, подребать в сыром виде, приготовленном виде. Так, их, наверное, лучше приготовить. Их можно, во-первых, высушить. Их можно высушить, как минимум. Во, пускай сохнут. Ну, сколько их? Так, часть положим сюда, пускай сохнут. Крольчатинка. Надо с собой взять это мясо, когда бежать будем. Да этот стак с собой надо взять. Надо вообще разгрузиться, блин. Полные карманы всякой бильберды. Так, арбузы там все-таки три штуки вырастают. Ты уже делаешь удобрение? Уже сделала. Молодец. Так, и сварить надо.
Давай помидорки. Так, вот тебе еще уголек. Во, отлично. Древесинку сейчас скинем. Сюда вот. Отлично, мне много. Мне, в принципе, надо, чтобы немножко что-то взять. Так, вот это. Ага, добавь. И вот это выложи. О, отлично. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.